И последнее. Вы же уже устали, скоро с ума сойдете. Знаю английский, французский, немецкий, турецкий. Зачем я учил 4 языка? Was lieben Sie? Владимир Иванович. Was lieben Sie? И хлебе даст Руслан! Ахтунг, ахтунг! Eine freundliche Nachricht! Die russische Pastor kann fahren, marschieren nach Berlin! Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. А? Со всеми смогу поговорить один на один, на тихом, спокойном языке. Но я не обязан на их языке говорить. Я буду с ними по-русски говорить. Не заводи. Пускай они учат русский язык. Не заводи. А мою речь приведет переводчик. Не заводи. Это унижение говорить на чужом языке. Я всей стране сейчас говорю, кто хочет возглавить ЛДПР. Кто хочет, никто не хочет. Все в очереди стоят в правящую партию. Губернатором, мэром. Ну, то есть власти и деньгам.